Всем привет! Вы на канале Айнур Лайф. И в этом видео буду показывать заработок без вложений от Кор. Сейчас будет вот от Кора. Ядерный бокс. Заработок в серфинге, заработок в видеорекламе, заработок на ютубе, подписки. Подписывайтесь и зарабатывайте. На ютубе лайки, лайки ставите, тоже зарабатывайте. На ютубе дизлайки, дизлайки ставите и зарабатывайте. Выполняете задание, тоже зарабатывайте. И тут очень много таких заданий. Вконтакте реписты ставите, вконтакте в группах подписывайтесь, вконтакте лайки ставите, вконтакте в друзьях подписывайтесь. Все эти денежки. Вот. Инстаграм тоже подписка, лайка. Одноклассники тоже есть, лайки группы реписты. Телеграм тоже есть. В общем, и ТикТок тоже есть. ТикТок видео, ТикТок лайки, ТикТок подписки. Твиттер даже есть. Вот, видите, друзья, Твиттер даже есть. Твиттер лайки, Твиттер подписки, Твиттер ретвиты. Вот. Не реинвест, а ретвиты написано. По-другому тут. В общем, очень много заданий. Сейчас я вам покажу, как тут можно зарабатывать. Вот у меня 36 рублей 42 копейки. Заходим на серфинг сайтов. Смотрим, зелененькие есть полоски. Вот зелененьких нету полосок. Ладно, для вас покажу. Тут 3 копейки за один задание, за один задание. Вот открылся, секунда номер идет. Ждем 27 секунд. Остается 13 секунд. Готовлюсь закрывать вкладку. Вот зачислено. Смотрим. Две звезды. Еще тут капча выполнился. Капчу загадываем. Две звезды. Нажимаем. Все. Успешно начислено 3 копейки. Баланс 45 100. 36-45. Таким образом, друзья, серфинг сайтов проходим таким образом. Самый легкий тут задание серфинг сайтов. Но я эти красные не прохожу, потому что они 3 копейки. Я в основном вот тут видеорекламы. Самый шикарный, самый прикольный. И, кстати, вот, друзья, если у вас, если вы ранее зарегистрировались и у вас вот такая выходит браузер, вот такие браузеры, не пугайтесь. Если вы раньше установили расширение вот сюда, вот тут, у вас все будет нормально работать. Сейчас я вам покажу, как тут вывести на YouTube видео вот эти все. Браузеры исчезнут. Вот тут появится кнопка. Сейчас я вам покажу, как вывести эту кнопку. Новая вкладка. Вот сюда нажимаем. Я ранее установил расширение, поэтому мне легко будет. Дополнительно вот сюда заходим. Видите? Вот тут три полоски. Спускаемся вниз. Дополнительно нажимаем и открывайте дополнительно. Вниз спускаемся. Вниз, еще вниз, 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 вниз. Вот. От Кора расширяет возможности заработка и взаимодействия с проектом. Включаем.
включил. И она тут появилась. Расширение. Вот она. Все. Эту вкладку закрываем. Заходим заново в ноябрьный букс и обновляем. Вот она пока стоит в браузере. Обновляем страницу. Вот появилось видео на YouTube. Можно и спокойно кликать на видео и смотреть, зарабатывать. Все, кликаем еще раз. 120 секунд. И тут, друзья, примечание. Тут надо вот голос не вот так не закрывать. Вот. И тут реклама, если будет, и рекламу тоже пропускать надо. Не смотреть надо. Все, секундомер. Понеслась. Я себе кофе налил. Вот. Вы как хотите, кофе налейте или чай. Кто что любит, я кофе налил и буду смотреть и слушать видео, если мне нравится этот видео. А тут прикольная музыка. Послушаю, смотрю. Секундомер идет, 83 секунды осталось. Все, попью кофе. Секундомер заканчивается. 6 секунд остался. Просмотр зачислен. Закрываем вкладку. Теперь здесь уже не звезды считаем. Теперь удобно сделали. Просто нажимаем подтвердить. И выходит успешно зачислено 8 копеек. Очень просто, друзья. Этот раздел вот, с звездами убрали. Сделали удобным. Еще раз показываю, чтобы вы запомнили. Кликаем на видео. Кликаем сюда, вот надпись. Просмотр видео на сайте, на YouTube. Чтобы секундомер заработал. Все, ставим. Так, звук есть, рекламы нет. Секундомер заработал. Если вы звук уберете, секундомер остановится. Вот этот секундомер не будет читать. Вот. Понятно? Это, друзья. Все, дальше. Секунд остается. 8 секунд. Приготавливаюсь. Готовлюсь закрывать вкладку. Вот, все, закрываем. На кнопку подтвердить. Подтвердить закрываем. Нажимаем. Так, успешно начислено. За. Ну как, друзья? Всем понятно? Как тут, как на видео рекламе зарабатывать. Сейчас покажу лайки, как зарабатывать. Кликаем на лайки. Ох, тут вкусные. 65 копеек, 35, зелененькие и красненькие. Показываю, как проходить этот работу. Перед началом этого ролика хотел бы вам рассказать про тут уже не сайт, смотрим видео, тут уже лайки, лайк и сразу же закрываем. Все, тут уже нажимаем подтвердить просмотр, через 24 часа вам зачислится 65 копеек. Все отлично.
Дальше. Тут быстро делается. Но перед началом этого ролика хотел бы вам рассказать про свой сайт, который вот недавно открылся. Лайк. Это veron-bonus.ru. Ссылка в описании. Закрываем. Подтвердить. Зачислится через 24 часа. 65 копеек зачислится. Вы поняли, друзья? Студенты, это для вас заработок. Пенсионеры, дяденьки, это вас, вам заработок, друзья. Закрываем, проверяем. Простой заработок. И студенты смогут, и пенсионеры смогут тут зарабатывать. На телефон баланс. Кто куда выводит, друзья. Сегодня покажу вывод. Лайк. Закрываем. Проверяем. Все вот зачислено. Очень просто. Таким образом, все эти задания проходим. Вот эти все. И у нас баланс тем временем растет. Сделаю 37 рублей, несколько копеек и выведу. Может, сегодня получится это сделать баланс. И вам покажу. Теперь переходим на Kiwi кошелек. Вот у меня ранние выплаты. Я тут неоднократно выводил уже с ядерным бобукса. Вот у меня 35 приходил. Теперь обновляем кошелек. Смотрим. Вот, друзья. 24 октября. Написано сегодня. Смотрим, сколько у нас на календаре. Вот, 24 октября 2021 год. 8:47 утра. Зафиксировано. Все. Успешно выплата пришла. 35 рублей 89 копеек. Так что, друзья, ядерный бокс платит. Сами увидели, сами посмотрели, вот, как приходит ядерный бокс, платит. Приходите, зарабатывайте. Вот, на серфинге я показывал, видеореклама, YouTube, подписки, лайки, YouTube дизлайки, выполнение заданий, тут очень много заданий. Вот, не только по 37 рублей выводить. Можно и побольше, можно и по 100 рублей выводить, если у вас свободного времени много. У меня не так много. Студенты, вам говорю, пенсионеры тоже можно, можете зарабатывать, конечно. Ну все, друзья, всем пока. Всем до следующих видео, до следующих встреч. Надеюсь, придете снова еще на мой канал Айнур Лайф на Ютубе. Всем пока.